Городовиков А.К. Иванович, советский военачальник. Кавалерист. Заместитель главнокомандующего кавалерии Советской армии. Герой Советского Союза. Руководил формированием кавалерийских частей. Известен личными заслугами по организации обороны на рубеже Западной Двины. Всем привет, с вами канал «История мира». Сегодня мы вам расскажем историю жизни А.К. Городовикова. Приятного просмотра! А.К. Городовиков родился 1 октября 1879 года на хуторе Мокрая Ельмута, Ростовская область. С 8 лет работал пастухом-батраком-табунщиком, а позже – рабочим на шахте. Образование не получил. В детстве у А.К.и произошло одно важное событие – он познакомился с таким же бедняком, иногородним Семеном Буденным, дружбу с которым пронес через всю жизнь. В русскую императорскую армию призвался в 1903 году, где через год окончил учебную команду. Службу проходил в 9-м Донском казачьем полку в Царстве Польском. Занимал должности командира отделения и командира взвода. В 1907 году уволен в запас в чине старшего урядника. После возвращения со службы работал на ярмарке станции «Торговая» Ставропольской губернии. Затем вернулся на родину и приступил к работе в качестве конюха. Также трудился почтовым извозчиком и разносчиком товаров у купца. С 1910 года являлся инструктором джигитовки в станице Платовской области войска Донского. В 1915 году его повторно призвали в армию. В 43-м Донском казачьем полку он командовал взводом, был награжден Георгиевским крестом. В 1916-м был тяжело ранен и отправлен служить в 39-ю Донскую казачью сотню на Дону, в которой и встретил Февральскую революцию. С первого дня революции А.К. был активным ее участником, причем сразу встал на сторону большевиков. Летом 1917 года лично разоружал контрреволюционно настроенных офицеров, сторонников Корниловского мятежа. С конца 1917-го командовал им же сформированным калмыцким полуэскадроном в составе Красного Платовского партизанского отряда, участвовал в боях с войсками генералов Каледина и Корнилова. В феврале 1918 года вступил в Красную армию и был назначен командиром конного разведывательного взвода в партизанском отряде под командованием сначала Бориса Думенко, а затем Семёна Буденного. С апреля 1918 года командовал там же эскадроном. Участвовал в обороне Царицына в 1918 году. С ноября 1918 года второй помощник начальника отдельной кавалерийской карательной бригады. В ее составе в ноябре-декабре 1918 года совершил рейд на Дон, заставивший донских казаков Краснова прекратить штурм Царицына и броситься обратно спасать свои семьи. В декабре 1918 года Городовикова повысили в должности до командира кавалерийской бригады, но в феврале 1919 года понизили до командира 19-го кавалерийского полка. Впрочем, личная храбрость и полководческий талант командира «Самородка» не позволили долго задержаться ему на этом месте. Уже в июне 1919-го А.К. Городовиков был назначен командиром 4-й кавалерийской дивизии 1-й конной армии. Активно участвовал в боях с войсками генералов Деникина и Врангеля, понимая, что в позиционной обороне 2-я конная будет полностью уничтожена. Городовиков принял решение перейти к активной обороне, действиям мелких групп на основных коммуникациях, обороне стратегически важных населенных пунктов и глубоким рейдам в тыл противника. Летом 1920 года он получил под командование вновь сформированную 2-ю конную армию, численностью всего в 4800 сабель и 600 штыков, и с ней оказался на пути наступления русской армии генерала Врангеля. В результате действий 2-й конной армии наступление Врангеля захлебнулось, а на захваченном на левом берегу Днепра, в районе Каховки плацдарме, был создан мощный укрепрайон, сыгравший важную роль во владении Крымом. В ноябре 1920 года Городовиков попал под авиабомбардировку и получил тяжелое ранение. Врачи сомневались, выживет ли он вообще. Но Городовиков выжил и уже в начале 1921 года вернулся на должность командира 6-й кавалерийской дивизии, получившей почетное наименование «Чингарская». За заслуги в годы Гражданской войны был награжден двумя орденами Красного Знамени.
после окончания гражданской войны К. Городовиков решил, наконец, восполнить пробелы в своем образовании. В результате он окончил военную академию имени Фрунзе. После этого командовал первым кавалерийским корпусом Червонного казачества, а в 1932-1938 годах был заместителем командующего Среднеазиатским военным округом. С введением в 1935 году в Красной армии персональных воинских званий ему присвоили звание комкора, а в 1940 году – генерал-полковника. В 1941 году генерал-полковник К. Городовиков был назначен генерал-инспектором кавалерии Красной армии. В июле того же года его направили на Северо-Западный фронт представителем ставки ВГК. Но по прибытии ему пришлось принимать командование 8-й армией, с боями отступавшей из Литвы. Понимая, что сил для контрудара, который настойчиво требовала ставка, не хватит, Городовиков приказал перейти к маневренной обороне, повторяя на земле Прибалтики в 1941 году свою северо-таврийскую кампанию 1920 года. Только лошадей заменили танки. Благодаря этому решению, а также умело организованному отступлению, удалось максимально задержать и измотать немецкую армию в Прибалтике, а также выиграть время для подготовки обороны на подступах к Ленинграду. Талант Городовикова как полководца во время моторизированной войны был оценен по достоинству. В дальнейшем Городовиков продолжал быть представителем ставки ВГК на различных фронтах. Иногда он и самостоятельно руководил боевыми операциями. Так, во время Сталинградской битвы он лично планировал кавалерийские рейды по тылам противника, в результате которых полностью был дезорганизован тыл немецкой 6-й армии и освобожден юг Воронежской области. За это А.К. Иванович был награжден своим 4-м орденом Красного Знамени. В это время он успевал заниматься и военной наукой, написав в 1942 году книгу «Конница в Великой Отечественной войне», в которой подробно рассмотрел и систематизировал опыт применения кавалерии в первый год Великой Отечественной войны. Он мог бы достигнуть больших высот, став одним из маршалов Победы, если бы не одно обстоятельство. 28 декабря 1943 года вышло постановление о выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР. Оно предписывало выселение калмыков в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области и предоставление материалов для их обустройства на новом месте проживания. Депортация калмыков рассматривалась как мера наказания за имевшее место массовое противодействие органам советской власти, борьбу против Красной армии. Выселяли в первую очередь калмыков, проживавших на территориях Калмыцкой АССР, Калмыцкого района Ростовской области, а также военнослужащих. Под удар попал и А.К. Городовиков, которого от высылки и возможного ареста спас его друг Семен Буденный. В ответ на это Сталин отправил Городовикова на тыловую работу, формировать новые кавалерийские соединения. В свою очередь, Городовиков продолжал бороться за свой народ, добившись его переселения в Сибирь. Вместо планируемого Казахстана и направления военнослужащих калмыков на строительство Широковской ГЭС в Пермской области, где они числились обычными рабочими, в конце 1944 года они воссоединились со своими семьями. После войны Городовиков остался в должности заместителя командующего кавалерией. В 1947 году его по-тихому отправили в отставку. Это позволило Городовикову целиком сосредоточиться на судьбе родного народа, добиваясь для него различных льгот. 17 марта 1956 года, вместе с развенчанием культа личности Сталина, калмыцкий народ реабилитировали. Немалая заслуга в этом принадлежит и генерал-полковнику А.К. Городовикову. В 1958 году ветерану Гражданской и Великой Отечественной войны Городовикову присвоили звание Героя Советского Союза. А.К. Иванович скончался 26 февраля 1960 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А также напишите в комментарии, о какой личности вы бы хотели увидеть видео. Всем удачи и до скорой встречи!